Приветствую всех гостей и подписчиков канала Коммент Кролику. Сегодня мы будем готовить горбушу с овощами. Для этого нам понадобится горбуша, перец болгарский, лук и помидоры. Берем сковороду, наливаем масло и разогреваем. Укладываем горбушу. У меня сковорода большая, горбуша вместится вся. Приблизительно у меня одна на килограмм, другая на кило 300. Две штуки. Обжариваем горбушу с двух сторон. Сильно зажаривать не надо. Нам еще ее немного потом придется протушить. Минут 5-7 с одной стороны и с другой также. Я обычно солю уже, когда тушу с овощами. Лук, друзья, я нашинковала. Перец болгарский тоже. А помидоры я очистила, сняла кожу. И пока жарится рыба, сейчас перебью все помидоры в блендере. До состояния томатного сока. Как на аджику, друзья, так же. И следующая партия. Целый литр у меня получился сока. Так, друзья, рыбу обжарили с двух сторон. Убираем эту сковороду. Теперь берем чистую. Добавляем масло и разогреваем. Обжариваем лук. Добавляем перец болгарский. Мне очень нравится в тушеной рыбе. Вместе тушим минут 5-7. Теперь зажарку нашу солим, перчим. Все, ребят, по вкусу. Я лавровый листик кладу. Травки прованские добавлю. И чесночок. Чеснок в таких блюдах предпочитаю сушеный. И добавляем наш томатный сок. Перемешиваем все это. Пробуем на вкус. Если надо, добавляем соли. Мне не надо. Чуть солонее обычного, но это хорошо, потому что рыбу я не солила. Доводим до кипения. Еще минут 5 на медленном огне проварим. Так, друзья, время вышло. Заливаем маринадом нашу рыбку. Маринад покрыл рыбу полностью. Ставим на огонь. Доводим до кипения. И тушим все вместе минут 20 под крышкой. А еще, друзья, я готовлю сразу гарнир. Можно выбрать на гарнир к рыбе рис, а у меня будет пюрешка. Вот так, друзья, одновременно я готовлю все сразу. А вы также занимаете все конфорки? Вот, друзья, вот такая вкусная и красивая горбуша, тушеная с овощами, у нас получилась. Всем приятного аппетита, всем пиз, а я, как обычно, побегу за новыми рецептами.